Давид, привет, Герман, Никас, Лип, Андрей, Эмар, Бисмарк, добро пошло. Я не успеваю все зачитывать. Извините, извините, простите. Вот. В общем-то, я купил подставку. Вот, что я хотел сказать. Вот я купил подставку, и там крутится вентилятор. Вот, то есть он питается от USB порта компьютера, ну, от ноутбука питается. И крутится вентилятор, потому что этот ноутбук сильно греется. Вот. А я с вами продолжу. Выкинь в окно. Блядь, ебать. Ёб твою мать. Простите, друзья. Комп пошел на перезагрузку. Ёпта. Бля, че это не убирается хуйня? А, вот, все нормально. В общем, что-то у меня от двух вот этих литров что-то так сильно торкнуло, что я не думал, что я просижу до вечера. Это пиздец какой-то. Вот. О, теперь уже розовый все жизнь пошли. Розовый и оранжевый. Чё не снимаешь видео про еду? Видео про еду будет. Будет в самые ближайшие дни. Будут видосы. Ой, блядь, ебался головой. Об стену. Ах ты, сука. Короче, будут видосы про еду. Будут. Просто, видимо, ты недавно подключился. Только что подключился. И ты не в курсе. В курсе того, что будут обзоры на еду. Будут. Будут обзоры на бургеры. Новинки. И будут еще обзоры на новинки. Пиц на новые пиццы. Блять, ебать, в Москве, Подмосковье, 8 утра, я уже как будто, блять, как будто такое ощущение, как будто, блять, 12:02 ночи, я ебал. Вот это все вино ебаное. Это все ебаное вино, сука. Я вообще не люблю вино. Но другого бухла не было. Я просто проснулся. Мне стало хуёво. Я думаю, блядь, надо похмелиться. А было... Не было нихуя, блядь. И было только вино это ебаное. Вот. И, в общем-то, я похмелился. И сейчас вот я чувствую, что я говорю как быдло какое-то. И у меня язык заплетается, блядь. Наверное, нужно еще, блядь, лечь поспать. Спасибо за сердечки. Огромное спасибо за сердечки. За лайки. Под голосами. Тачку взял? Нет, не взял. Иди спать. Видимо, скоро я пойду. Видимо. Но так же я и жрать хочу, вот в чем дело. Бля, я так хочу пиццу сожрать, сука. Я так хочу эти пиццы сожрать. Но они для обзоров, они для обзоров, сука. Я, ну, те, кто только что присоединились, я сегодня купил, точнее, вчера купил 3 пиццы из транспиццы. Вот. И, блядь, вот я считаю, что, как бы,
что нужно сделать на них обзор. Вот. Вот такая вот хуйня возникла у меня, блядь. Во сколько там? В 8 утра. Какой день, блядь. Пятница, ух ты, пятница, развратница, ёпты. Пятница, развратница, бля. У кого-то уже вечер, кто-то уже бухает. Кто-то уже бухает, кто-то ебется, кто-то жрет. Сука, а я, бля, проснулся, бля, в 4 утра, по-моему. До 5 утра что-то там я там... покосоебил, блядь, и начал трансуху что-то в районе 5-6, я не помню. Вот. Такие вот дела. Спасибо огромное, сердечки, опять же. Это очень приятно. А, жри пиццу, блядь. Запивай вином, будь мужиком, говноед заебал. Пиздеть. Сука, давай напиши еще, говноед, я тебя забаню, и ты будешь говноедить, сучара. Давай напиши, давай. А? Блядь, сука. Ну чё, пиши, гандон. Пиши, гандон, бля. Пиши, сука. Пидорасина. Лось, не пей. Будешь бухать ты еще? Со скольки лет начал есть фастфуд, а ты что-то я не успел прочитать. Да, давай, напиши, блядь. Как вы немногие пишете там, типа, будь мужиком, блядь. Будь мужиком, сука, напиши, блядь. Напиши свой коммент. Сука, напиши. Напиши свой коммент, педрила. Давай, сука. Давай, педрила, пиши, скотина. Пиши, уёбок. А? Че, зассал, да? Диванный воин ёбаный, блядь. М? Диванная, блядь. Люблю тебя, Владосик, спасибо. Диванная хуетень, блядь. Зассал. Ну, короче, чувак слился, блядь, просто зассал. Бог я не продал. Не для чищих ладья. Друзья, ну поймите, иногда бывает такое, что ну, я не могу сдерживать эмоции. Ну, я тоже человек. Вот. Забанить тебя? Бля. Я не туда нажал, сука. Еще раз напиши, забань меня. Напиши еще раз. Если не пишешь, блядь. Напиши. Напиши еще раз, забань меня. Давай, напиши. Я жду. Блядь.
ёбаный ты хуев, ёбаный ноутбук, блядский ноутбук, потому что у меня еще на зарядке стоит, простите, друзья, извиняйте, сука. Давай пиши, гнида, блядь. Пиши, пидорасина. Пиши, хуесосина, бля. Пиши, сука. Давай, давай, напиши, напиши. Давай, я готов забанить тебя. Окей. Я прочитал последний комментарий, Влад, там страшно, типа, когда так на хейтеров, там... Опять какой-то хуепутало звонит мне. Опять, сука, не успокоится, а, сука. Тупорылое, блядь, говно. В 8 утра мне звонит, блядь. В 5 утра мне звонила, это хуепутало, блядь. Спасибо за синие сердечки. Опять же, у меня просто... Ну, у меня уже просто слов нету. Где ты, нахуй? Да где ты, блядь? Да где ты, ёптаю? Ну-ка, блядь, ты чё там, а? Алло. 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 Пидорас. Хуесос. А, музычку сейчас вырубим, музычку. Так где, блядь, мой ебаный Google Chrome? Блядь, опять к моему, блядь. Как же меня заебало, ты. Перископ, блядь. Ну, тупой не хватает, если ты запись светанцы. К себе в iPhone, там, я не знаю, смартфон. Либо, блядь, он тебе, что, блядь, батарея, блядь, ебится. Так, окей, ладно, блядь, заткнись, сука. Так, где наша эта хуйта? А, вот, блядь. И громкость все прибавляется сам по себе. Текс. Да, видимо, придется скоро пойти поспать, потому что я не ожидал. Вот я говорю, я проснулся я где-то в 4. Где-то в 5 с чем-то я нашел трансуху. Вот. И, блядь, меня срубило это ебаное вино, оно какое-то ебанутое. Оно, блядь, оно просто убивает, сука. Оно просто убивает, блядина. Блядь, мне так хотелось бы, блядь, еще
покурить, блядь, пожрать, с вами попиздеть, блядь. Да я просто уже, блядь, я уже вообще, блядь, пиздец, блядь. Блядь, опять и пароль, сука. Кстати, на днях выйдет видео про Wi-Fi адаптер. Это тоже пиздец отдельный. Надеюсь, я запомнил пароль. То, что у меня записано в этом ебучем айфоне, блядь. Давай, коннектись, блядь. Ёб твою мать, блядь. Блять, сучара, блять, и как мне к это подсоединиться? Хотя с другой стороны, а нет, какой с другой стороны? Я хотел музыку послушать, ёпта. Бледина, сука. Отмена. Мне вот в данный момент так хочется пиццы. Пиццы такой пиздатой, настоящей пиццы. Чтобы было много сыра, помидор, колбасы какой-нибудь там или как это называется-то, ну типа колбасы, я уж не забыл, охотничьи колбаски какие-нибудь. Так хочется, блять, так хочется, сука, ебануть, блядина, блять, сука, не коннектится, еб твою мать, а ну что мне делать? Ну что мне делать-то, ёб твою? Так, попробую вспомнить еще раз. Пи-пи. О, бэби, бля, я вспомнил, сука, эту блядину, я вспомнил эту тварь. Теперь в ВК-шку заходим, в ВК-шку и аудиозаписи. Я знаю, что, друзья, вам нравится блатняк. Я знаю, я уже не первый день перескоплю, и я знаю, что вам нравится блатняк. Так, тогда группа Бумер. Бумер. Это Бумер, они выступают на зонах. Это пиздатая группа. Так. Но не Магадан будет. Потому что я Магадана уже включал. Так.
Спасибо, дружище, за сердечки. Спасибо огромное. За зеленые и за голубые сердечки огромное спасибо. Давайте другую попробуем. Нет, не то все, не то. Не то, друзья. Может быть, кому-то понравилось, но я хотел бы другое. Вот это хочу. Момент. Вот это охуенно, просто охуенно. Вот это просто охуенно. Это просто охуенчик. Охуенчик. Сейчас, друзья, я вернусь.
Кировченки. Песни рвутся на свободу из души. Не вернется моя молодость ни дня, а взамен мне по вискам стучит весна. По вискам стучит весна, запахла весной. Неделя мотой, хозяин святой. Ворота открой! Запахла весной. Пусть снимет рукой знакомой тропой. Вернусь я домой. Что за хуйня пошла? Что за хуйня? Не то, не дело. Так. Так, что я хотел включить? Влад и Крут, спасибо. Привет, друг. Привет. Здоров, друг. Чё бухаешь? Вино. Ну, у меня уже мало вина осталось. Ленинград. Ну, Ленинград слишком попсово. Они стали делать пиздатые клипы, но... Здорово, братан. Облись. Они стали делать пиздатые клипы, но, блядь... Но это уже не тот Ленинград. Это абсолютно не тот Ленинград, ёпта. Вот. Поэтому... Так. Для всех, кто знает, что такое потеря. Нет, подождите, это какой-то ремикс, по-моему. Щемит даже. Щемит. Это не то, а? А, есть пиздата, кстати, и клип на Ютубе, кстати. Кому интересно, есть и пиздатый клип на тему бригады. И там задним планом играет музыка
щемит в душе тоска. Кстати, вот это просто, блядь, это просто пиздец. Это пиздец. Это просто, блядь, нахуй. Ну вот, в общем, кто не видел, посмотрите, это просто пиздец. Я рыдал не один раз, нахуй, блядь. Сейчас, кстати, я включу. Так, это я свой канал включил. Так. Блядь, простите. Простите, дамы и господа. Чё за хуй? Блядь, да ёб твою мать, да ты сука, ты, блядь, ты сука, компьютер, блядь, смотрите, да, смотрите, видите, чё, блядь, произошло, нахуй. Вот чё произошло, нахуй. Пиздос, нахуй, блядь, пиздос, блядь. Давай, сука! Пизда рваная, блядь. Сучара ебаная. Нет, запускается. Бля, я не знаю, что за хуйня, что за вино такое ебаное, что оно просто, оно меня просто рубит ебать. Я его ебал в рот, это вино, блядь. Я, блядь, раньше пил, блядь, по 3, по 4 батла, ну, упаковки, блядь, в течение дня, блядь, и такого не было, сука. Выпил 2 батла, ну, 2 упаковки. Все нахуй. Все, блядь, и голова кружится. И, блядь, я не знаю, что, блядь, делать, нахуй. Что там? Ты что пишешь-то? Блядина, ты че же пишешь, блядина, сука, скотина. Так, Винус восстановил после, восстановлено после непредвиденного завершения работы. Винус может провести поиск способа устранения этой ошибки в интернете. Пошла нахуй. Так, и где мой Google Chrome? Я юзаю только Google Chrome, блядь. Яндекс ненавижу, блядь. Firefox иногда. Но Firefox бывает такой, что он жрет память. Приходится устанавливать дополнительную хуйню, чтобы он память обрезал. Чтобы Firefox на память не покушался. Поэтому, блядь, вот такая вот хуйня. Блядь, что, опять мне пароль, что ли, вводить? Вот что, бля, ебанул? Бля, реально, мне опять заново пароль вводить. Ёб твою ты мать. Бля, я уже забыл. Надеюсь, вспомню. Вот так. Ёб твою ты мать. Сука ебаная. Да, Масянечка. О, вошло. Вошло, Масянечка. Да, Масянечка. Масянечка. Так. Я же хотел в YouTube. В общем, я всем рекомендую на YouTube клип «Бригада».
щемит в душе тоска. Всем рекомендую. Это просто эпик. Ну, не то, что эпик, а... Ну, не эпик, конечно, но это просто душевно и пиздец как душевно. В общем-то, вот так. Это очень-очень тяжелый такой клип. Скоро будут обжоры на здесь тряпицы, скоро будут солнце на обжорные тряпицы. Друзья, я сейчас пойду, наверное, посплю все-таки еще немного. Потому что я уже что-то вообще не могу сидеть.
Ничего не помогает, ничего не помогает. Ни еда, ни сигареты. Вина у меня осталась вообще под дышки. Это никакая не реклама. Я никого не рекламирую в данный момент. Если кто-то хочет приехать в Москву, то можно снимать квартиру посуточно. Посуточно это стоит где-то... самое дешевое, то, что я нашел, это 2600. Плюс залог еще. Залог около 3-4 тысяч. Опять же, чисто по-братски, если кому-то хочется приехать в Москву, вот я вам говорю то, что, допустим, сложно найти квартиру без посредников, это факт. Вот. Но квартиру посуточную я не беру в расчет хостелы. Хостел это вообще поебень. Там тебя воруют, блядь, там тебя выебут, там, блядь, тебя отпиздят, там, я не знаю что. Ну вот. А так, хата однокомнатная будет стоить 2600 в среднем. Такие вот дела в Москве. Ну, плюс залог. То есть там нельзя курить, там еще что-то. То есть если вы будете четко выполнять указания, то вам вернут этот ебаный залог, блядь. Сука. Бля, сука-то ебаная. Как же мне хочется креветок сейчас, я ебал. Тут я искал, когда думал привести девушку, да, из КБР, вот. В общем-то, сам решил, 2600 я нашел. Я звонил туда, разговаривал, вот агентство. В общем-то, вот так. Потому что к себе в хату везти тоже как-то не очень-то и хотелось бы, скажем так. С некоторых пор я главное ведь запить. С некоторых пор я отношусь довольно так серьезно к выбору
скажем так, посетителей моей квартиры. Вот. И поэтому я довольно так досконально и четко узнавал в... Ну, это не агент, это не... Ну, можно сказать, агент недвижимости, я не знаю, хует. Это хуя на палку, честно говоря. Вот. Но они тебе сдадут. Они тебе сдадут хату. А для меня подписчики, двое подписчиков снимали, и мы были с Вежеленком. Для нас снимали хату. Ну, они сняли для нас хату. Вот. Собственно, там была хата, стоила 7 тысяч, две комнаты, по-моему, но на сутки. Но при этом еще и залог тоже там примерно такой же, то ли 4, то ли 5, то ли 6, то ли 7 тысяч, я не помню точно. Вот, и... Вот эти пидорасы, они будут выискивать малейшие там, типа. То есть, желательно, если вы едете в Москву и будете снимать посуточно, желательно все это, я бы даже сказал, обязательно заснять при человеке, который вам сдает, да, заснять все это на видео. Вот здесь вот то-то, вот здесь там пятнышко, вот здесь вот там... обои отходят, там, и так далее, и так далее. Вот. Мы этого не сделали, и потом, в общем-то, было, как бы, то есть нам деньги не вернули за снятие квартиры. Ну, то есть, я имею в виду, залог не вернули. Так что, друзья, будьте аккуратней. Особенно в Москве, в Питере. Вот. Где... деньги для всех очень важны, и они будут всеми способами пытаться из вас выжать вот эти бабки. Поэтому снимайте все на камеру. Реально. Я с собой тоже всегда беру видеокамеру. Если что там гаишник или что там такое, я снимаю всегда на видеокамеру. Вот. Чтобы потом, типа, было доказательство того, что там, допустим, там, я прав или не прав, я не знаю. Но я снимаю всегда. Я пытаюсь снимать всегда все, что происходит. И пытаюсь не забывать видеокамеру. Поэтому и тоже вам советую. Друзья, до новых встреч. Спасибо за лайки огромное. Но я уже, блядь, я отрубаюсь, я честно, блядь, я просто, я не могу. Я не могу, я просто пиздец. Я отключаюсь. Увидимся. Хорошего вам дня. Или ночи, или спокойной ночи. Хорошего вам дня, настроения, или спокойной ночи. Я с вами, друзья. Я всегда буду с вами.